Александр Викторович, недавно с вами встречались здесь же. Расскажите, вот какие работы на данный момент выполнены, как ситуация дальше развивается. Я помню, в прошлый раз у вас были претензии по срокам к подрядчику. Ну, для того, чтобы подрядчик был в тонусе, к нему всегда есть претензии до момента окончания контракта. Претензии исчезнут, когда в соответствии с условиями контракта объект будет сдан. А это нормальная работа, нормальный живой рабочий процесс. Я вам в прошлый раз докладывал по поводу того, что помимо работ, связанных с установкой габионов, есть еще и технические решения. А плотина – это сложное гидротехническое сооружение, сложное инженерное решение. И несмотря на то, что проектом занималась компания очень известная, она по Московской области много подобных проектов сделала, Рязань-проект, все предусмотреть невозможно. И вот подтверждение тому тот факт, что планировалось по проекту сделать здесь выемку грунта, завоз материалов для того, чтобы укрепить основание. А столкнулись мы с тем, что наши предки в свое время сделали мощнейшее сооружение глубиной, как сейчас показало шурфление, больше 2 метров. И разрушать его, демонтировать, это не только напрасные затраты средств, сил, времени, но и, я считаю, вред. Поэтому проектировщики предложили новое решение. Здесь будет плита на глубину 8 сантиметров, либо 1,20 м, в зависимости там, от гидрометеорологии, будут устанавливаться опоры, на которые вот эти габионы будут закрепляться, нанизываться. И я уверен, что вот это вот решение техническое, которое они предложили, оно прочности придаст только дополнительную. Ну и по времени, по затратам, конечно же, это будет гораздо быстрее. И по материалам, и по трудозатратам, ну и в конечном итоге по финансам. Однако время это от него достаточно большое, потому что подрядчик на таком сложном объекте он не может работать вот под честное слово. Да, на каком-то понятийном уровне все договорились, все поняли, что это правильно, надо было провести работу, надо делать было эти шурфы, надо было заказчику передать документацию, подрядчику ее получить. И здесь возникает острый момент, когда заказчик вызывает подрядчика и говорит, уровень воды поднялся, приступай к работе. А ему, конечно, хотелось бы гарантировать свою безопасность, дождаться документов. Вот это нормальный процесс, всегда приходим к взаимопониманию. Поэтому хотелось бы, конечно, пораньше сделать этот объект. Но по контракту у нас сентябрь, поэтому крайняя дата – это сентябрь. Мы будем рассчитывать на то, что сделаем это быстрее. Вот сейчас что изменилось? Вот, ну, так вот, чисто визуально. Есть какие-то изменения за две недели? Ну, самое главное, значит, стройконтроли были замечательные по качеству левого устоя. Там не было защитного условия по арматуре, а, соответственно, арматура, она, когда соприкасается открытой арматурой с открытой средой, начинается процесс и сокращается срок ее службы. Поэтому было принято решение где-то сделать вырубки, сделать специально смесями это все, восстановить, где-то заново все переделать. Значит, 2 предложения было от проектировщиков. Но каждое решение, оно было подкреплено экспертизой. И несмотря на то, что это дополнительные затраты для подрядчика, это порядка 250 тысяч рублей, мы все-таки пошли по этому пути. Подрядчик сделает экспертизу о том, что проведенные работы гарантируют надлежащее качество. Ну, тут риски руководства компании, им надо было быть готовым к тому, что возможны такие вот непредвиденные затраты. Мы обязаны гарантировать безопасность этого объекта в первую очередь. Поэтому, конечно, экспертиза, специальная лаборатория со всеми лицензиями, со всеми разрешениями. Ну, где-то они сэкономили, где-то нет. Не думаю, что здесь можно сэкономить. Не тот объект, что здесь экономить. Но такое случается. Да, где-то вот с тем же... Все в пределах сметы это должно происходить. Вот если предлагается какое-то решение, в том числе по укреплению основания, вот, если на этом затраты экономятся, они переносятся на другие виды работы. Но и всегда на таких больших контрактах надо рассчитывать на то, что подрядчик как-то принят в практике, какие-то делают в сторону города реверансы. Поэтому, когда мы говорим о том, что здесь должно быть сделано красиво, вот этот бордюр, вот вместо этого безобразия, которое есть. Ну, такой большой контракт, я думаю, подрядчик, конечно, нам это сделает. Потому что каждому интересно зайти в Московскую область, каждому интересно зарекомендовать себя. И помимо того, что подрядчик приобретает здесь опыт, он еще и важную имиджевую составляющую
приобретает. То есть он уже может сказать, что в славном городе Красноармейск им был сделан очень сложный, очень трудоемкий большой объект. Это его портфолио. Это его репутационная составляющая. Да, об этом тоже надо думать, это тоже надо учитывать. Спасибо.